друг мой Колька, председатель, директор, бабе царство. Обалденный, посмотрите только. Помнишь такого актера? Миляр Георгий Францевич. Филиппов Роман Сергеевич. Его захоронение находится на участке номер 2. Это советский актер театра и кино. Принимал участие в озвучивании мультфильмов. С начала 1970-х годов и до самой смерти Филиппов был главным Дедом Морозом страны, который поздравлял всех советских детей на кремлевской елке. В кино снимался с 1954 года. Первая его роль в фильме «Чемпион мира». Скончался 18 февраля 1992 года в 56 лет. Написал замечательные стихи. А что? Вы же знаете, у нас журнал сугубо медицинский. Учел. Баллада о гангрене. О, это интересно. Давно пора в популярной форме излагать идеи профилактики. Угу. Итак... Баллада о гангрене. Страдал Гаврила от гангрены, Гаврила от гангрены слег. Баллада об измене. Гаврила был неверным мужем, Гаврила женам изменял. Ну как начал? В общем, хорошо. Но нехорошо. Мы молодежный журнал. А вы рассказываете о каких-то совершенно антипедагогических, неправдоподобных вещах. Ну, где вы видели, чтобы мужья изменяли женам? Сейчас идем уже на третий участок. Помнишь такого актера? Миляр Георгий Францевич. Бабу-ягу в детских советских сказках играл. Вот, сейчас мы его будем искать. Ну, как раз-таки на третьем. Миляр Георгий Францевич. Его захоронение находится на участке номер 3. Это советский актер театра и кино. Получил широкую известность в СССР благодаря образу Бабы-Яги и других отрицательных персонажей в фильмах-сказках режиссера Александра Роу. Вне сказок снимался в основном в эпизодических или второстепенных ролях. В 1944 году Миляр исполнил роль Кощея Бессмертного в одноименном фильме. Он играл практически без грима, используя свое крайне худощавое телосложение и знаменитый голос. В последние годы жизни Миляр мало снимался. Он соглашался на любые роли в фильмах. Скончался актер 4 июня 1993 года, 89 лет. Пока ходим по третьему участку, ищем нужные нам захоронения, вот тут нам встретился вот такой вот памятник. Салтыкова Галина Евгеньевна и Салтыков Алексей Александрович. Судя по ленте, актеры, там даже, по-моему, еще, присмотрись, там даже вроде названия, да, написаны? Да. Ага, сейчас надо поближе подойти, чтобы это снять. Друг мой Колька, председатель, директор, бабе царство, Емельян Пугачев, гроза над Русью. За все заплачено. Вот такие фильмы перечислены. Пойдем дальше. Иду, вижу вот такой памятник обалденный. Посмотрите только. Очень красивый, только немножко, по моему мнению, не ухоженный. Его бы подкрасить, подчистить, прям вообще будет великолепный. Пока иду, хожу, ищу нужные мне захоронения, хочу вам напомнить о том, что у меня есть телеграм-канал и сообщество ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь. В телеграме я выкладываю фотографии
какие-нибудь там вырезки из фильмов советских. ВКонтакте, в общем-то, то же самое. Подписывайтесь. Всех жду. Майорова Елена Владимировна. Ее захоронение находится на участке номер 3. Это актриса театра и кино. В кино дебютировала еще студенткой, сыграв одну из ролей в фильме «Вам и не снилось». 23 августа 1997 года, будучи на лестничной клетке в подъезде своего дома, актриса подожгла свою одежду. Майорова вышла на лестницу, чтобы покурить, в то время как на ее одежде были пятна от керосина, которые она незадолго до этого случайно пролила на себя. Будучи целиком обгоревшей, Майорова выбежала на улицу и, добежав до служебного входа театра Моссовета, который находился во дворе ее дома, лишилась сознания. С ожогами 85% тела актриса скончалась в тот же день. Ей было 39 лет. Слушай, а это что такое? В письмах я увидел вас немного другой, чем вы мне казались. Гораздо сложнее. Мне кажется, что у вас в жизни было что-то. Может, такое, чего я не желал бы. Но все равно напишите мне и о том, что вас гнетет и мучает. Что это ты ему накрутила? Что-нибудь про роковую любовь, да? Так мало прожито, так много пережито. А что это тебя гнетет и мучает? Петя Лаптев? Ну, хватит. При чем тут Петя? Петя твой, между прочим, вчера Зиночку прижал. Она ему судно, а он ее прижал. Ну, а я тут при чем? Кошмар какой-то. Что вы ко мне пристали с этим Петей? Парень как парень, вон Чехова читать не стал. Мура говорит. Да, нравился, но когда это было? Ну, не будешь всем рассказывать о своих увлечениях. Зато ты у нас такая скромница. Ну, неужели тебе никто не нравится? Быть этого не может. Может быть, и нравится. Оль, кто? Оль, ну скажи, никому не протреплюсь. Ну, пожалуйста. Оля. Успокойся, я пошутила. Ну как, сдала? 4. Понятно. Берите билет. Профессор, можно еще? Пожалуйста. Еще. Бери. Себе. Что значит себе? Ой, простите, профессор. Нет уж, это вы. Простите. Придете в следующий раз. Перебор. Сейчас идем на 6-й участок. Четверо там, да, у нас? Четверо людей. Кладбище огромное. Прям за один раз я даже не знаю, получится ли нам все снять. Или придется еще раз приезжать. Только, конечно, это не скоро будет. Конечно, аж в ушах звенит. Ладно, пойдем дальше. Иду к могиле Натальи Гундаревой.
на 6-м участке похоронена. Такой вот памятник у нее. Да, сержант, составляй протокол. Извините.